28 марта 2023 года по грузинскому городу Батуми и его пригороду прошел мощный ураганный ветер. Скорость ветра достигала 90 км в час. Упавшее на автомобиль дерево лишило жизни человека. Есть пострадавшие. Ветер сносил крыши домов, валил деревья и ограждения. Разносил осколки стекол. По словам местных жителей, такого урагана в Грузии не было много лет. Вечером, более ближе к вечеру, начало резко затянуло небо, резко начала меняться погода, и потом пошел такой сильный шквальный ветер, который начал срывать эти тяжелые зонтики, там, накидки на разных там кафе, там мусорные контейнеры улетали метров, наверное, на 200, на 300, ну, от тех мест, где они были там расположены, такие пластиковые большие контейнеры. Вот, мусор везде летал, такой, как будто вихрем там его закручивало. Везде пальмы, такое, ну, впечатление было, что пальмы сейчас повырывают с корнем. Люди хватались за эти пальмы, держались кто как мог. Состояние какое-то, я бы сказал, что ли, предпаническое, потому что непонятно, что делать в такой ситуации. У тебя нету какого-то понимания, навыка, что сейчас может прилететь в мире. Сейчас с климатом, со всем этим, ну, все меняется, да, и меняется это глобально. Это видно, что это уже затрагивает каждую страну. И мало того, что это затрагивает каждую страну, но это резко происходит. Никто не ожидает, что вот завтра что-то произойдет.